Скрябин. Юбилейный концерт в городе Харьков. Друзья мои, потрясающее чувство. Вот там вот порядка 5000 людей находится за Хатобом. У нас есть такое место. Ну и вот немножко правее, там чуть-чуть не видно, находится экран, где юбилейный концерт Скрябина в театре, проходивший при его еще жизни. И люди отдают дань. Вот сейчас тысячи, может, несколько сот телефонов засвеченных. Все поют, как вроде он живой, как вроде он с нами. У меня такое чувство ностальгии, чувство какого-то прям опьянения, энергия внутри смешанная какая-то. Обалдеть. Если вам нравится Скрябин, ставьте лайк. Если вы любили его творчество и продолжаете любить, делайте репост. Потрясно. Не могу здесь держаться. Спрыгаю с кафешки, иду показать вам это все дело. Вау! Круто! А мы сидим вот там вот, хотя были в толпе, сидим в кафешке, пьем кофе. А вообще сегодня потрясающий день, друзья мои. Живите так, чтобы о вас помнили. Живите, создавайте то, что позволит людям с радостью вспоминать о вас. Творите будущее, друзья мои. Творите. Творите, творите. Чтобы о вас вспоминали целое поколение. А я вам желаю успеха, друзья мои. С вами на связи Алексей Сукачев. Я вас всех люблю. Созидайте, творите. Создавайте. Запоминайтесь. Изменяйте жизни людей. Маша наливайка. Она творит. Там Иван Федоренко творит. И вы творите. Всем пока.